Возвращаемся на 365 дней назад. Год назад в Олимпийском Пекине девушки показали свои произвольные программы. Первая из россиянок на лед вышла Александра Трусова и сотворила историю 5 четверных. Однако так как после неудачи в короткой Саша шла лишь на четвертом месте, у Анны Щербаковой в случае чистого проката были неплохие шансы Трусову обойти. Контент Ани был легче, всего 2 квадфлипа, но ученица откатала идеально и стала лидером. Последней свою произвольную вышла катать Камила Валиева, для которой Олимпиада уже стала самым настоящим кошмаром. Камила не смогла справиться с нервами и вылетела из призовой тройки. А затем у Трусовой случилась истерика.